Крофт продолжает. Это он. Не иначе. Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. Бессмертная армия пророка. Да еще и с греческим огнем. Они были непобедимы. Я опередила Анну. Но не знаю, во что ввязалась. Кто-то прячется здесь, в темноте. Но я должна идти дальше. Я зашла уже слишком далеко. Она думает, что знает меня. Может, в какой-то степени это и так, но она не знает всего. И пока она недооценивает меня, у меня есть преимущество. Фу. Чем так? О нет, его сожгли заживо. О боже! Больно. Почему? Это же не... Господи. Кто на такое способен? Что за чертовщина? Эти сосуды все еще полны. Если я смогу их поджечь. Кто-то верит, что пророк — это воск... Oh!
противника. Будем держаться до их прибытия. Все может слететь на воздух. Нужно спешить. Эй, сучка здесь! Кажется, я нашла выход.
Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь. Нужно разрушить последние опоры. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Еще сосуды с греческим огнем. Их так много. Снова сосуды с греческим огнем. Нужно переправить один на ту сторону. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Кажется, они постоянно были готовы к войне. Возможно, здесь их хранили, но емкости разбиты. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. 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 Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана.
еще остались дела. Я вернусь этим путем. Еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Мила,
Ла! Да не может быть, он же там! Убит. Его что-то утащило. Мы... Давай, над нами! Солдатский флаг для подвешивания. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Тут еще остались дела. Я не знал, что бывает. Я вернусь этим путем. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Ну, конечно же, это загадка. Но если я правильно поняла... Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Эти сосуды наверняка можно переместить с помощью крана. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем.
Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Сера, видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Здесь еще сосуды. Я наверняка смогу их вытащить. Штандарт армии Пророка. Знаменосец крепил его над флагом. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Западная церковь при...
Здесь есть сосуды с греческим огнем. Нужно подтащить один поближе. Это подрасчистит путь. Если как-то задействовать воду. Все готово. Осталось только поджечь. Осталась последняя опора. Кажется, мне нужен еще сосуд. Кажется, мне нужен еще сосуд. Кажется, мне нужен еще сосуд.
боже! Яков, я выбралась. Слава богу, Лара. Ты жива-здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию в горах. Иона, это ты? Птенчик, ты жива, я так и знал. Боже мой, Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову, его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещала тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Так началось строительство великого города Китежа.
Лара, я рад, что ты все еще с нами. Захватчики рассредоточились по всей долине, но мы тесним их где только можем. Если поможешь, мы будем только рады. Знаем, тебе можно В долине появилась. Рукоять древнего кинжала. Клинка давно нет, но это... Иона! Ужасно выглядишь. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара. Держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. Они захватили Иону и Атлас. Господи, зачем он пошел за мной? Но если бы я не отдала им Атлас, его бы убили. И меня тоже. Все еще есть надежда, что они держат его где-то живым. Я должна его вызволить. Я не позволю, чтобы он здесь погиб. Только не из-за меня. Я этого не допущу.
Держись, Иона. Я найду тебя. Слова вымораны, но кажется, это какой-то маршрут. Привет. Видел тебя в бою, когда не впервые занесли. Не стану, бой. Везло, что ты за нас. Положи в корзину, а дальше мы сами. Спасибо. Футляр, украшенный костью и самоцветами.
Кувшин из кости. Похоже, вырезан. Реки переполнились трупами. Это баня. Или намеренно? Полагаю, лодку можно передвинуть. Как бы туда проникнуть? Возможно, эта штука связана со сливом. Получилось. Черт, не держится. Нужно как-то закрепить. Еще слив. А лебедки нету. Еще слив. А лебедки нету.
Столько трупов. Что тут случилось? Ни на ком нет ран. Негоже оставлять труп. Еще слив. А лебедки нет. Еще слив. А лебедки нету. Еще слив. А ребятки нет. Почти все.
Подготовлена для захоронения братская могила. Трактат по скалолазанию.
уж Ривки благородно. Ривка, архитектор. Пока мы не вытащим трупы из реки. Остаются старые цистерны. Привет. Привет. Если троице удастся преградить нам путь, к ним будут неприятности.
Там что-то есть. Осторожно. Старое кольцо. Должен быть способ повернуть платформу. Я знала, что рискую. Идет. Грубо, но действенно. Пара игральных костей. У солдат были такие, но эти выглядят более изысканно. Стоп! У этой почти на всех гранях шестерки.
Будем надеяться, что все не обрушится. Надеюсь, этого хватит. Сработало. Хорошо, что все еще держится. Богатство этой долины невозможно не заметить. Она как цветущее дерево. Каждый год в этой некогда дикой местности появляются новые здания. Мы вырастили целое поколение ремесленников, астрономов и философов, которые ни в чем не уступают западным. Но любой крупный город... Манускрипт X века о византийских методах ведения горных работ и металлообработки.